І ще під час проведення антитерористичної операції справи не завжди йдуть так, як про це повідомляють офіційні особи у Києві. Принаймні, такий висновок можна зробити з телефонної розмови з одним з учасників АТО, який нині перебуває в зоні бойових дій. Давайте послухаємо очевидця. І нагадую, незабаром в нашій програмі теж будуть очевидці і постраждалі від воєнних дій на сході України. Нахожусь між Свердловськом, Краснопартизанським і Зварина. Нас осталось человек 400 из почти 800. Опишите ситуацию, что сейчас происходит, расскажите. Что сейчас происходит? С 2 часов ночи нас накрывают градами. Сейчас где-то около 2 часов был минометный обстрел, а нам даже нечем ответить, потому что у нас 2 несчастных САУ. Вот. Сидим и терпим, несем потери. Есть убитые, есть раненые. Вчера убитые, сегодня убитые, вчера раненые, сегодня раненые. Подкрепления нет, еды нет. Воды привезли 400 литров на 400 человек. Это по литру в день на человека или как? Вот такие вот так мы тут и видим. А вы пишете, ну не вы, а масс-медиа пишет, что все нормально, и мы атакуем Красно... мы атакуем Свердловск. Да не такой, мы отступаем уже 4-й день. Команды выводить нас нет, у нас тут бьют как мышечное мясо. Они нас знают, где, но мы даже не знаем, кто, против кого мы воюем, мы их не видим. Они нас бьют сугубо артиллерией. Притом с территории нуля. Ноль — это территория между границей и Украиной. Вот, между Россией и Украиной. Вот эта территория, которая там, те 2 несчастных километра нейтральной зоны. У нас горят все поля. У нас взорваны очень много машин. Горят бензовозы. Боекомплект. Команды отходить нет. Сидим. Кто ваш командир? Командир 72-й бригады. Сказал стоять. Полковник Грищенко. От одной роты, из полной роты осталось 35 человек и 1 единица техники. А по штату должно быть 10 единиц техники и 90 человек. Можете себе представить эти потери. Вот так мы тут и воюем. Что-то еще хотите сказать? Хочу сказать, чтобы наше руководство нашего АТО великого начало хоть немножко действовать, чтобы они отвели отсюда войска. Я понимаю, что это будет место для укрепления и возможность для укрепления боевиков. Но чтобы они отвели войска, стали одной живой цепью, одной полностью цельным фронтом. И шли, они забрасывали группы, чтобы мы не отказываемся воевать. И мы не испугались, но мы не хотим быть пушечным мясом. Мы не пушечное мясо, мы люди. И когда они там ставят галочки и ведут переговоры с террористами, а мы их даже не видим, чтобы по ним стрелять. Они нам сбрасывают боеприпасы.